Давно известен ответ на вопрос, зачем женщина на земле. Ева сказала для мужчины, Клара и Роза предположили, что для борьбы. А Надежда Константиновна для соратничества и поддержки мужчин. Но большинство женщин нашего с вами мира знают, что основная роль женщины – это вдохновлять и воспитывать. Воспитывать своих, чужих. Но ведь чужих-то не бывает. Этот закон часто звучит в педагогических кабинетах. Вы, дорогие преподаватели, ежедневно воспитываете и вдохновляете целую плеяду педагогов. Профессия учителя для многих ассоциируется с женщиной-педагогом, а вместе с тем с материнской заботой и добросердечностью. Милые сотрудницы университета, вы каждый свой день посвящаете служению педагогическому долгу. Профессия учителя для многих ассоциируется с женщиной-педагогом, а тем самым с материнством и добросердечностью. Мы поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Благодарим за вашу роль в нашей жизни и профессии. Мы с удовольствием будем учиться у вас педагогическому искусству, вдохновлять и воспитывать. А вас поздравляют те, кому посвящен весь педагогический труд. Гости ЧГПО, лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Детский образцовый коллектив «Ералаш». Руководитель Елена Фарлатанская. Хорошее настроение! Мы что-то потеряли, и долго его искали, и небо было хмурым, и дождик моросил. Под лепестком ромашки, у месяца кармашки, нигде пропажи наши никто не находил. Хорошее настроение, сплошное невезение, когда однажды утром не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Смеется, и солнечные сети, ты зря его ловил. Известно всем на свете, оно в твоей конфете, которую ты с другом сегодня разделил. Хорошее настроение, сплошное невезение, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Хорошее настроение, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Настроение, немножко вдохновение.